Вчера мы вам показывали расхламление, а сегодня покажем захламление. Ну как, не то чтобы мы захламили, мы просто перенесли сюда все наши вещи. Это у нас и сушилка, и гладилка. Мы оставили наш старый номер более чистым, чем этот, когда мы сюда заселились. И мы этим гордимся. При этом у нас, кстати же, не было моющих средств, и мы мыли просто влажными тряпочками. Вон Ёлен дом. Переноска. Чемоданы, башмаки, рюкзаки, мяч. Матрас под стеночкой. Вон там под шкафом еще каремат. Много чего интересного. Вот хочу показать комнату, в которой мы жили. Сейчас мы отсюда выезжаем, поэтому мы здесь убрались, тут чисто. Здесь вот раковина. Но в целом мне номер нравился очень. Он в приятном стиле. Как говорится, вот так было, вот так стало. Мотивация к захламлению. Можно, конечно, попробовать это все убрать, но номер меньше, поэтому оно у нас в том не вмещалось. Я сомневаюсь, что мы все здесь впихнем в шкаф.